Приветствую на канале Asmo The Play. Мы продолжаем играть Джеймса Бонда. Продолжить. Так, ага. Вон мы где. Ну что ж, смотрим, где это мы тут так. Я не понял, а где прицел-то? Так, настройки. Так. Действие. Так, передвижение, на всякий случай, еще раз. Присесть, прыжок. Супер очки, следующее оружие, предыдущее оружие. Атака, доп. Атака. Перезарядить, использовать. Да, блин. Так. Понятно. Да твою мать. Нахрени. Вот и глюкнула нахрен, вот. А, точно, это же не на этом Бонде-то прицел-то был там взят. Твою мать, вот ни хрена себе. Ё, твою ж. Так. Так. Ага. Ну это мы знаем. Хоп. Отключили. На. Прикрой меня. Кто тебя прикрывать-то там будет? Блин, ни хрена, это я должен был вот так вот ползти потихонечку, чтобы. Ладно. Посмотрим, так у нас здесь дополнительного ни хрена нету, да? Ой, чувствую, мне туда надо будет. Хоть это чайка. Причем неубиваемая. Понятно. А я думал, под воду надо.
На. Вот так. Вот это... То ли это он, то ли не он. Это не оттуда ли, откуда я пришел? Подожди, да, это действительно оттуда, откуда я пришел. Что за нахрен? Что это за второе? Да блин, как? Блин. Ладно. Вошли. Так, получите доступ на основную базу. Так, пистолета-то у меня нету, да? Мать его. На. Вот вам на поражение. Чтобы со мной не спорили. Так. Ага. Подожди-ка. Я уверен, что все неспроста. Там вода, да? Значит, воду надо спустить. Я так. Открывайте огонь. Удерживайте свою позицию. Обнаружен шпион. Открывайте огонь. На. На, 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 на. Охренеть. Как вот мне с вами бороться? Вот так вот. Ну-ка. Так.
Так. Что мы имеем? Понятно. Так, ну здесь мы... Так. Получить доступ на основную базу, найти и спасти Аллюра. Я так думаю, здесь что-то надо взрывать будет. Да мать его. Есть. Да. Так. Ну, с броней-то я уже неплохо, да, уже живем. Так. Пока идем нормально, да? Патроны, патроны! Хреново без патронов-то. Да где-то еще один должен быть. Да нету. Так, неплохо, совершенно неплохо. Так. Вот, что-то секретная область что ли какая-то была. Блин, не так. Я теперь понял, как надо. Здесь мы пока возьмем вот только пистолетный, да вот этот. Броник мы пока оставим. А здесь мы вот так возьмем. На все снимай. Так. Нет альтернативного, да? Ладно. Кстати, пистолет-то неплохой вот этот. Хрен там.
Ну ладно, сейчас посмотрим, смогу ли я назад зайти туда. Потом за броником. Смогу, да? Обнаружить и использовать взрывчатку. Хорошо. Ни хрена себе. Так. Вышел гусь. Я не боюсь. Так, взрывчатку найти. Так, найти взрывчатку. Так, найти. Так, и спасти. Так. Еще использовать взрывчатку. Это какая-то штука. Кто-то чем-то управляется. Ладно. Или что-то можно было здесь сделать, чтобы это все грохнуло, бабахнуло. Что за элемент халвы? Тихо ты. Твою мать. Ну-ка, ни хрена не так. Вот так. На. Вот так вот. Что мы имеем? Пластины. Это ва, это что-то нужное. Ага, УЗИшка. Ладно, посмотрим. Ни хрена не так.
Вот так вот. Так. Блин. Давай-ка вот с этим пока разберемся. Так, взрывчатка найдена. Размести взрывчатку под шахтой запуска ракет. Разместить взрывчатку под шахты ракет. Ладно, будем размещать. Да ни хрена, ни хрена, ладно. Я знаю, как я тебя собью туда. Тихо. Вот так. Где второй? Так. Подожди. Рано. Так. Ну давай посмотрим, на что ты. Так, получается. Пойдемте заправимся. Где у меня патроны? Вон лежат патроны. Не дай бог без патронов буду, блин, это вообще пипец. Ни хрена. Мирный. Так, патроны. Где тебя? Найти и спасти Лютера, установить взрывчатку под шахтой запуска ракет. Так, ну раз она линейная, я пока иду правильно. И обратно. Куда? Свою позицию. Открывайте огонь. Так. Продвигайтесь по моему.
Так, так, так. Я где-то оказался. Где-то я оказался. Где? Где-то, где-то нахрен они сейчас выползут. Как понимаю, круговая что-то. Так, тихо, тихо. На. Так, ну пока у меня все сходится. Так, я где-то под водой должен, да? У меня вообще... Ни хрена не так. А где-то кто-то еще должен быть. Огонь на поражение, нах. Так. Блин, даже не знаю. Я у тебя что-то взял? Нет? Все, все патроны собраны. Ладно. Так, найти и спасти. Так, установить взрывчатку под шахтой. Так, разместить жучок в компьютере запуска ракет. Блин, блин, спи, ладно. Вот здесь же, да? Здесь где-то. Блин. Ну, куда мне? Это куда? Так, минутку. Я знаю, куда я сейчас схожу. Сейчас я схожу за той броней, которую еще там оставлял. Сейчас я схожу за ней. Так. За броней я сходил. Так. У нас два пути. Первый путь сюда. Даже не знаю, с какого начинать-то нахуй. Ох ты, ох ты, ох ты.
Подожди. Тогда получается установить взрывчатку, разместить как? Это значит разместить ее здесь. В какой последовательности это должно быть? Понятненько. Выплываем. Так. Тут какой-то чип надо, вот сюда. Нет, не тот. Вот он. Так. Найти и спасти Алюра. Ай-яй-яй-яй. Ладно. Назад, вот. Где-то тут лестница должна быть, да? Водой не стреляем. Так, смотрим тогда, что нам надо-то. Не понимаю, так. Это мы запустили. Не открывается. Выходим сюда, правильно? Обратно, что ли, выходим? Так. Все, понял, куда мне. Лестница только вот здесь вот. Так. Ладно, не сюда. Здесь-то я всех перебил. Бежим на другой конец, аж. Господи, как захреначено это было. Не сюда, вот сюда. Ну, кстати, посмотрите, на халу, да, похоже? На первую.
На той же графике, наверное, делалось. Продвигайтесь по моему сигналу. На поражение. Продвигайтесь по моему сигналу. Обнаружен шпион. Стрелять на поражение. Назад. Продвигайтесь по моему сигналу. Стрелять на поражение. Кто где? Блин, мать вашу! Так. Это я его здесь уничтожу. Так, меняем. Где у нас? Где ты? Я пожарил котлеты. Ну вот так. Вот и все. Чтобы не докучал, ну. Ни хренашеньки. Подожди, я поднялся вот сюда и ни хренашеньки. Местоположение станции обнаружения. Я как понимаю, мне надо на этой штуке катиться, да, теперь? Понятно. И как на тебя запрыгивать? Отсюда, наверное. Ждем. Так. Как-то это так. Нет, не так. Все-таки сверху надо. Я прямо-таки уверен. Боюсь! Не понял. А кто в меня может стрелять? Так, понял. Где у меня? Вот и все. Вот и поговорили. Не получилось. Ладно. Не так.
О, вообще идеально пока. Нет, пока у меня тут никого нету. Вот от этой хрени надо избавиться, патроны что ли все из нее страхи. Так, бараны, бараны. Блин, еще зашел же. Понятно. Только есть один нюанс. Моя броня. Моя броня. Блин, ни хренашеньки. Ага. Ну, можно спуститься, кстати, там. Ладно. Не критично. Так, и что нас ожидает? Не понял, это что за... Ни хрена, подожди. Вот так. Ни хрена, еще хрен, еще хуже, блин. Так. Вот так. Вот теперь я красавчик. По-моему, кто-то слетел оттуда. Назад. Назови себя. Открывайте огонь. Не понял. Это по мне за что? На. Выкусили. Так, а что у меня за задание там? Найти и спасти, установить местопрохождение. Ага. Ну, пока нормально идем. Альтернативной стрельбы нет. Ой, по канату, я думаю, мне придется ползти. Иначе за каким они тут установлены? Нет?
Вот так. Ух ты. Так, ладно. Не, смотрите, все-таки на вышке что-то есть. А где ты? Прикрой меня. Удерживайте свою позицию. Назад. Назови себя. Прикрой. Пробуем. Меня. Обнаружен шпион. Хрен там. Так. Я уверен, можно было туда, иначе бы надо бы так не стояло. Обнаружен шпион. Назови себя. Где-то там, наверное. Назад. Шпион обнаружен, ага, сейчас ну. Где-то еще живой. Свою позицию. Вот здесь что ли? На поражение. Назови себя. Ладно. Удерживайте свою позицию. На. Ой. Подожди, 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 подожди. Вот это придется выбросить. А вот это взять. Так, что у нас тут? Ага. Ядерные боеголовки никто не собирался уничтожать. Наоборот, они находятся в состоянии боевой готовности. Брейк собирает весь свой арсенал, и я уверен, что он уже успел перевести большую его часть в другое место. Мы должны сообщить об этом MI6. Подожди, удачи, Джеймс. Все, что ли? А, это твоя винтовка была. Ладно. Так, ладно. Так, а что у нас получается? Установить местоположение станции обнаружения. Да, нет, 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 нет. Вот так. Еще дальше. Так. Вот здесь вот он был. Вот так. А ты что, прогулочным шагом-то идешь? Помогать вообще не хочешь? Вообще не хочет помогать, смотрите-ка. А за каким-то хреном гранаты там брал. Так вот удерживать. А у него что, граната была тут?
О! Мать его, ты же не будешь, да, его убивать? Косая хрень. Твою мать-то. Ну ни хрена не так. Вот так. И вот теперь я, кстати, пойду за броником. Ой, за броником, за пластинами, которые ты там оставила нахрен. Или которые оставились из-за тебя там. Это уже не важно. Ты тварь бесполезная. Вот, что-то опять вот говорю, как это, звездный, вот Звездные войны джедаи есть вот. Первая, которая выходила, вот что-то от нее тут нахрен. Графика ее, звуки вот ее. Эти уй-уй-уй-уй, вот эти вот R2-D2 нахрен. Вот так. Еще и за мной ходит, падла. Ладно. Тебе повезло, что я не пошел туда, в самый низ, туда, в соседнюю локацию за бронежилетом. Хотя у меня еще есть шанс вернуться. Ну, естественно, я это вырежу, мое возвращение. А это что, смотреть, как я туда-сюда мотаюсь, как говно в проруби. О, кстати, красиво, да? Хотя в Call of Duty горы были красивее прорисованы. Так. Опа. Ну вот я так и думал, что ты сможешь. Ты где-то тут бегал. На. Ни хрена не так. Сейчас, подожди. Вот так, наверное. Не. Хотя, подожди, чё нет-то? Чё сразу нет? Ну, вообще не так. Откуда ж я знал, что это такая вот? Нет, не. Какой нахуй. О, прошу прощения, какое альтернативное оружие. Так. Нифига не так. Прикрой.
Так. Вот так, нормально. Справился. Подожди, вот ты сейчас все испортишь. Вот так. Господи. А, это вот я их и завалил, ну. Господи, а что вы в скалах-то делаете вообще, по идее? Преступная группировка. Используется для создания радиопомех. Я постараюсь узнать поточнее и попытаюсь выйти на связь MI6. Нам уже пора уходить отсюда. Так, у меня где-то, подождите, у меня был пистолет с этим, с глушителем. Охренеть, а где у меня пистолет с глушителем? Уничтожить все станции обнаружения. Прекрасно. Что уничтожать-то? Я же сюда не просто так вышел. Так, уничтожить все станции обнаружения сейва. Так, ладно. Так, тогда ну-ка назад. Осталась одна станция обнаружения. Ни хрена, что-то подожди. Так.
Вот и все. Там поди тоже где-то что-то выключать можно было. Так, уничтожить все станции обнаружения Сейва. Чё? Понятно. Попал. А то. Ни хрена не так. Возьмем. Вот так. Эх. Не то, да? Так, ладно. Охренеть. Где тут чё? Ладно. Подожди. Перед тем, как туда сваливать. Я возьму еще пластин. Я даже знаю, где они. Не должен я был все собрать. Блин, на снайперку поменять. А, все собрал. Тогда меняем на снайперку. Гранатомет вот этот. Или пистолет. Где он? Вот она.
Давай. Ой, смотреть нахрен как. Ну, с пистолетом, кстати, тоже с одного выстрела валит, почему бы нет. Не понял. Ага, вот так, понял. Так, минутку. Так. Ну, с бараном давайте врываться туда. Хрен чего дождешься, да? Я опять же. Нет. Давайте вот так тогда. Что-то он меня подбил сильно так. Охренеть. Удерживайте свою позицию. Удерживайте положение. Вот так. Куда у меня пистолет оделся, мой, с глушителем? Вы что, думали, что я тут буду втихаря пробираться? Ты слышишь меня? Я уверен, что Крейг на этом острове занимается не только списанием ракет. Радиопомех. Отлично. А теперь проберись в самое сердце этой базы и положи конец операциям Дрейка. Нормально. У меня нету бонусов никаких. Да нет, конечно, на что я рассчитывал. Ой, ладно, зайдем вон в ту дверь. Еще разок.
Что-то меня подбили очень даже хорошо. Ну-ка. Точно, я же этих ослолюдов же еще не убил. А нет, смотрите-ка, убил. Вот так. Классно. Я тоже так думаю. Где он? Да не этот. Вот и этот. Еще одну гранатку затолкаем и все. Понятненько. Так, а брони-то нету? У чего брони нету? Так, достигнуть базы на острове Дрейк. Ладно. Смотрим, куда меня тропинка приведет. Это я оттуда пришел или мне туда только надо идти? С легким паром. Чаю. Достигнуть базы на острове. Так. Ладно. Это я где оказался? Джеймс, я нашла джип и возвращаюсь назад, но у меня на хвосте патруль. Встретимся у моста, мне нужна твоя помощь. Достигнуть базы. Но так, установить взрывчатку на всех участках моста. Охренеть, так я что, должен был сразу туда что ли нырять? Ни хрена себе. Это получается с... Ну да. Раз меня туда не пускают. Да и девчуля. Говорит, что сюда. Джеймс, я нашла джип и возвращаюсь назад, но у меня на хвосте патруль. Встретимся у моста. Мне нужна твоя помощь. Так.
два участка. А вы что, меня видите, что ли? Так, достигнуть. Ага, вот он. Бабах. Не доехал. Ничего себе трюк. А если бы меня задело? Я всегда висел у тебя на хвосте, Лора. Поехали. Подождите, а как же шахта-то? Я что там, зря минировал, что ли? Конец дороги, Лора. Нам придется что-то придумать, чтобы выполнить задачу. Оставайся здесь и не волнуйся, я вернусь. Прекрасно вы разобрались. Ты не понимаешь, о чем ты говоришь. Ты знаешь, это удивительное место. Действительно. Это именно то устройство, которое использовали в пещерах? Мне понадобится 5 минут, чтобы открыть этот комплекс. Можешь на меня положиться. К сожалению, не все так просто, как кажется, Лора. Разбирайся с этой штуковиной, а я пойду вперед и осмотрю местность. Так. Что у меня из оружия-то? О. Ну давай. Нормально. Так. Ой, вообще. Ну пока вот так вот как-то. Где чё спиликало? Так. Вот так, пока. Вот это... Я видел, кстати, у него статуэтка была у шефа там. Понятненько. Ясненько. Так. Давай. О, так я еще хорошо прорвался, получается. Что?
блин. Сейчас я тебе дам по шее. Хрена, что-то я сам по тревогу поднял еще. Ладно. Так. Нормально пока. Это что такое? Что-то интересное у них тут валяется. Ладно. Проникните за периметр безопасности завода по уничтожению ракет. Давайте будем проникать. Так, на этой лестнице мне ничего не светит, да? Отсюда я никуда не могу подняться. Так, тут. Еще 3 снаряда. Блин, ни хрена не так. Ни хрена не так. У меня что? А, камера. Ни хрена не так.
Вот так. Вот так. Пока нормально. Так. Все. На. Нет, не. Уж больно растратно это все. Блять, да как так-то? Ни хрена себе. Не, подожди. Идем так. Вот так. Вот так. Ну-ка. Пошел. Приближаемся. Убейте его как-нибудь. Ой-ой-ой. На. Да если бы. Подожди. Вот так. Теперь, блин, надо. Yeah.
Ай-яй-яй. Эх, это пока оставляем. О. Сейчас мы разберемся со всеми недругами. Ага, вот как это все можно было пройти. А я парился, блин, да? Сверху пострелять их можно было. Так, а туда-то наверх как-то пройти же тоже можно. Так, предположим, я сюда попал. Включить, да, ее? Так, где-то был, а в другой части был пистолет. Камер нет. Дверка открылась, правильно? На всякий случай загружу. Ну-ка, вот эту попробую. Нет, нету. Это я далеко, нет? Ой. Ой. Это-то я далеко. Тоже не то. Охренеть. Понял. Охренеть. Ну-ка, ну-ка, удалите эти дальние-то. Как мне туда подняться? Точно посюда. Вот сюда. Хренашеньки, да?
Понятно. Так, тогда надо поднять, получается. Вот это. Хорошо. 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 Я так думаю, что поднять, наверное, надо. Не поднимается. Ни хрена не так. Так. Что-то ни хрена мне это не дает. Что у нас там? Ну-ка, откуда у меня там? Thank you.
пока нет. Там у тебя сгорело. Надо было, наверное, водички положить. Точно! Блин, я еще думаю... Да, солнышко мое, ты а права. Ой, бестолочь. Ну что ж теперь сделаешь? Кошку. Открой, посмотри, свалилась она или нет. Я еще думаю, не должно быть так. Да, под водички надо было поднять солнышко моего. Котенок, ну что я слышу от тебя? Thank you.
Приближаемся. Уходим отсюда. Все, пошел, пошел. Приближаемся. Уходим отсюда. Пошел, пошел, пошел. Уходим отсюда! Сними его как-нибудь! Пошел, пошел, пошел! И посмотри, Аркадий, как отрежь и посмотри, сварится она или нет. Сейчас. Снимите его как-нибудь. Пока не остыло. Если мы даже заново это все прошли, и этот падла у нас там жив, еще что-то даже собрали. Все расхренакает. Блин, а я выложил. Но вроде как и не пострадал еще. Что-то взял. Смотрите. Да я не понимаю, маленечко. Понятно. Подожди ты, я хочу сначала на барана поставить. Вполне. Пошел, пошел. Да, куда ты пошел? Укрытие. Какое укрытие? Приближаемся. Уходим отсюда. Пошел, пошел, пошел. Вперед. Приближаемся. В укрытие. Вот тебе и твое укрытие. Приближаемся. Уходим отсюда. Так, а куда мне тут? Приближаемся. Снимите его как-нибудь. Уходим отсюда. В укрытие. Так, так, так. Снимите его как-нибудь. Снимите его как-нибудь. Они стреляют. Вот так, открываем. Пока оставляем. Подождите, давайте посмотрим. На лифте едем. Где лифт? А, мы вниз едем. Угу.
Все, значит, нормально, вниз уехали. Под водой. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.